Во Владивостоке прошел последний летний спидвей. Фанаты мотоспорта собрались на трибунах стадиона «Авангард», чтобы увидеть гонку приморской команды «Восток» против Башкирии из города Октябрьский. Встречаются команды «Башкирия», город Октябрьский, и команда «Восток», город Владивосток. В первых пяти заездах «Восток» стремительно обогнал по баллам команду соперников. Однако во второй-третьей гонке «Башкирия» начала догонять команду из Владивостока. Над стадионом «Авангард» зависла интрига. Данный этап чемпионата России по спидвею обещал быть захватывающим. Перед двумя финальными заездами разница в счете составляла всего лишь 4 очка в пользу «Востока». 14-й предпоследний заезд закончился со счетом 3-3. «Башкирия» могла победить в том случае, если бы в финальном заезде оба мотоциклиста команды пришли на финиш первыми. Однако в заключительном 15-м раунде гонки владивостокские спортсмены вышли вперед и заработали 5 очков. Со счетом 49-41 «Восток» победил в соревновании и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующая гонка для «Востока» состоится уже на выезде 3 сентября в Октябрьском. А 5 октября во Владивостоке пройдут финальные заезды командного Кубка России по спидвею. Мы поздравляем нашу команду с победой и желаем удачи на дальнейших гонках. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.